Всем привет! Меня зовут Вова, и я буду рассказывать о пути новичка в велотуризме. Если вы меня не знаете, то кратко расскажу, что спортом я занимался почти всю жизнь. Это были футбол, лыжные гонки, спортивное ориентирование, лыжероллерный спорт, и последние 3-4 года я занимаюсь бегом. В целом, я добивался хороших результатов и всегда в жизни и спорте стремился прогрессировать, не останавливаться на достигнутом. К сожалению, после насыщенного 2018 года, в котором я пробежал 100 км в Италии в 30-градусную жару с набором высоты 1500 метров, я не смог найти мотивации на новый сезон, решил чуть-чуть отдохнуть от бега и заняться чем-то другим. Круто, что в моей жизни появились ребята из группировки «Район», которые мутят классные велоивенты. Побывав на нескольких, я решил купить новый велосипед и попробовать себя в велопутешествии. В этом году вместе с Филиппом Некрасовым решили организовать выездные мероприятия в Подмосковье и соседней с Москвой области с целью популяризации туринга и путешествий в приятной компании. В этом цикле передач я буду рассказывать о своем первом опыте велотуризма, с какими трудностями я столкнусь, какой экип буду собирать и в целом рассказывать, каков был путь от первых 100 км до кругосветки. Так что подписывайся на канал, смотри мои видео в сообществе Костер в ВК и будь в курсе. Давай с нами!